сюда. Эй, посмотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним, но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Возможно, эти кольца должны вращаться. И что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Сработало! Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Я рядом!
Ну-ка. Написано. Символы трех норн. Норн? Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Запечатана магией рун. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан.
Так догоняй. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Он пролез тут внизу. Я сам. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Где ты? Скорее, отец! Я нашел! Скорее! Атрей! Он замедляется! Подожди меня! Атрей! Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина. Надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фока. А ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен, ему лучше. Грейса. Сюда.
Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Положи его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты Бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя. Без обеих трав мазь не получится. Поможешь? У меня никак... Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так?
Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. Что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я вижу лодку! Кошмар! Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Не помогло.
До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. Похоже на Бальдра. Бальдар. Он ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Топор не вернулся. Смотри, вон там разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора, только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора, и это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Когда это все построили? Очень-очень давно. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты...
Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый ношу. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите! Ты всегда так носишься? Жуть! Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда, если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Чего изволите? Ну что, удачной тебе резни. А это что? Рог. Вот отверстие. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рог! Нет. Мы испытываем твою волю. Воля у меня есть. Сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. 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 Враг!
повезет, эта башня приведет нас к горе. Я готов. Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. С уходом воды обнажились новые берега. Надо поискать там что-нибудь полезное. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Сын, сюда. Слушаюсь. Квейкья. Вы здорово дрались! Что это? Это дух. Он говорит. И оно тебя слышит. Не стесняйся. Ты мертв? Какая наблюдательность. И безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Идем, ни к чему отвлекаться. Нужно найти еще несколько таких.
Надо бы посматривать, вдруг еще духи появятся. Я же сказал, не отвлекаться. Но им же нужна помощь. Они духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд, только желания. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. Мама бы им помогла. Что? Что ты сказал? Ничего. Вот то-то же. Ну что, расскажешь что-нибудь интересное? Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Одна из них была про зайца и черепаху. Как та у ведьмы? Не пара. И что было? Они решили бежать на перегонки. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Хорошо. Сын. Смотри. Интересно. Надо стоит записать. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю. Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите. Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Шахты Велунда за этими дверьми. Можно ведь и заглянуть мимоходом. Как считаете? Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Теперь можешь не осторожничать.
Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости? Прочесть можешь? Эти руны означают «внутри смерть». Нашли алхимика, о котором я говорил? Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Ищи, если хочешь. Я лучше соберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить гномам. А. Там душеед. Если он убьет нас, это конец. Не Вальхалл. Ни Хель, вообще ничего, никогда. Он не нападает. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Душеед. Наверное, это работник алхимика. Я думал, тебе плевать. Я просто вижу, что кольца на нем нет. А. Берегись, отец! Сын. Ладно. Какой-то рисунок. Может, карта? О! Может, это карта сокровищ?
Любопытно. Атрей, ко мне! Ладно, я иду! Кольцо! На оторванной руке! Приделанный к душееду. Ну, мы узнали, что случилось с Сандвари. Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Сильные враги. Какой-то. Разве можно убить каменное чудище? Будь силен, Атрей. Соберись. Ищи слабое место. Понял.
это можно использовать! Алхимик, но где остальное? Обратилась в прах. Его убил душеед. Надо отнести это в Року. Читай. Слушаюсь. Эти руны начертаны в торопях. Написано «Игимстейни». Не знаю, что это. Синего спросим. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Так.
За мной, Атрей! Сейчас вернусь! Сколько трупов? Что вы нашли? Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо... сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой. Миони фракси. Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться. Гномы так умеют? А то! Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Сечешь аллегорию? Что-то уже не так интересно. Приведем вас в порядок. Разрубишь кого-нибудь пополам, вспомнишь меня. Ищешь чего, пацан? Еще.
Да-да, всегда рад. А теперь валите в жопу. Брок. Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали. Прости. Ты часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Сюда. Что там было с зайцем и черепахой? Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь раскладывать. Я не могу прочитать. Сын, здесь еще один. Смотри,
Мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Я не могу прочитать. Я же говорил, что это такое. Ужасно пахнет. Это яд. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Воняло ужасно. Твоя мать называла такое ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Mm-hmm.
Ого, какой здесь туман. Еще гном. Может нам... Нет, он нам не нужен. Я очень извиняюсь. Откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальная весть. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но... Можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру, клянусь Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно, тогда я просто... О. О. Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это... Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. За дело! Не пропадай! Yeah.
знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Oh!
Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Это дым? Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание – это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может... Так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гном у подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Просто поверни. Вот, видишь? Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем, и Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Сейчас покажу. Ты смотришь? Лиоста! Ого, он твердый! Эльфы строили.
Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из девяти миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилось вражда. На нас везде нападают, особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Викья! Ну, попробовать стоило. Внизу лестница направо. Эй, еще один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Лиоста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо. Задвинь ее на место. Теперь выровняй колесо в колее. Хорошо. Теперь толкай мост по колее. Мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Насчет мертвецов. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воскрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Впечатляет. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Лиоста! Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла.
Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Ты разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Биврёста. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Как это работает? Вам нужно это. Биврёст. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Биврёст сюда. Теперь. Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Биврёсте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров. А мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. В Альфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой! Вон там нет башни! Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять Биврёст. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление, и откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Биврёста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь меж мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает?
башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Не вышло. Мы все еще тут. За мной. Биврёст погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Биврёст не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли? У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Что-то не так. Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет, 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 нет. Проклятие, так что быстро. Что происходит? Чтобы восстановить магию Библиоста, нужно шагнуть в свет. Будьте очень осторожны, чтобы не попасть на... Она не погибла, правда? Нет, вряд ли. Идем. Посмотри вокруг. Держись рядом, ничего не трогай. Да, а это что? Прочная штука. Похоже, ты это убил. Наверху. Ого, а это что? Это не наше дело. Соберись. Сын, что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Почему они нападают? Мы ничего не делали. Будут еще. Фу, откуда взялась эта гадость? Да! Что-то сказал? Нет. А, ладно. Скоро мы переведем руны Муспельхейма. Хотя бы ближе к свету. Стой, это Синдри? Эй, подожди!
что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас их дела не касаются.